Тулку Саннак Тензин Ринпоче – современный учитель Дзогчена. Постоянно он живет в Непале, но имеет множество учеников в разных регионах нашей планеты. У российских буддистов за последние годы с ним установилась хорошая связь. Ринпоче неоднократно посещал Москву и на регулярной основе читает лекции в интернете по классическим сочинениям мастеров Дзогчена. Тулку Саннак Тензин Ринпоче получал наставления и передачи от многих известных учителей разных школ тибетского буддизма. Его основная линия – это нинма. В этой традиции мы можем найти примеры мастеров, которые придерживаются как монашеского стиля жизни, так и наставников, которые имеют семью и детей. Ввиду того, что основатель традиции нинма, самой древней буддийской школы в Тибете, был великий гуру Падмасамбхава, который не был монахом, этот стиль поведения его последователей широко распространен и в наши дни. У Саннака Тензина Ринпоче также есть супруга и уже 5 детей. Все они живут в небольшом доме, дети ходят в школу. Именно потому, что так живет подавляющее большинство и российских буддистов, важно узнать у драгоценного учителя его взгляды и методы воспитания детей, применимые в буддийских семьях. Иногда у нас есть подспудное такое ощущение, что дети многого не понимают, дети многое не замечают, но на самом деле это не так. Даже если они не понимают значения некоторых слов, но на уровне действий они очень многое перенимают, они подражают действиям своих родителей, поэтому один из наилучших методов воспитания детей — это самому быть примером для них. Когда родители сами совершают хорошие поступки, добрые поступки, это служит примером, моделью, ролевой моделью для детей. И даже если ребенок все еще не понимает значения некоторых понятий, некоторых слов, он всегда будет пытаться подражать своим родителям. Поэтому поведение родителей — это один из лучших методов воспитания детей. То, как они себя ведут, вот это невербальное воспитание, это один из основных методов воспитания. Если родители, например, сами медитируют, если они сами делают простирания или читают практики, молитвы, то дети, видя это, также в их сознании это оставляет определенный след. И далее, когда они подрастают, становятся взрослыми, этот след, конечно же, может сыграть свою роль, и тогда гораздо легче будет им в более взрослом периоде работать над собой для того, чтобы раскрыть те или иные качества. И они будут более склонны к тому, чтобы, например, заниматься такими практиками, предрасположены к таким вещам, будут интересоваться такими практиками, тренировками и так далее. Поэтому то, как ведут себя родители, это один из основных методов воспитания детей. Поэтому поведение родителей — это модель для подражания детей. Дети, как правило, склонны к тому, чтобы повторять поступки своих родителей, подражать им. Как правило, поведение родителей — это эталон, некое эталонное поведение. В этом смысле очень важно то, как ведут себя родители. Надо быть осторожным в своих поступках, надо быть осторожным то, что мы делаем, особенно в присутствии своих детей, потому что все наши поступки тотчас же становятся примером для наших детей. Если родители курят, пьют или совершают другие не очень хорошие вещи, то это оставляет след в сознании детей. И в будущем дети сами будут склонны к тому, чтобы повторять поступки, действия своих родителей. Поэтому мы, будучи родителями, должны быть осторожными
с тем, что мы оставляем в сознании своих детей, какие следы мы оставляем в их умах. Потому что в будущем эти следы, они проявятся, они дадут о себе знать, поэтому следует стремиться к тому, чтобы оставлять хорошие, благие отпечатки, следы в умах своих детей и в их сознании. И это очень важно. И не стоит думать о том, что дети, поскольку они еще дети, они многого не понимают. На самом деле они многое понимают, они многое подмечают, замечают и повторяют. Поэтому мы должны быть осторожными в том, как мы ведем себя, особенно в присутствии своих детей. Если мы, например, для нас мы склонны к тому, чтобы сквернословить, то, скорее всего, наши дети тоже вырастут такими людьми, которые будут сквернословить. Наша жизнь складывается из определенных поступков, действий. Можно сказать, что с одной стороны наше поведение, наши поступки, действия, и с другой стороны наша повседневная жизнь — это почти одно и то же. Наши поступки формируют нашу жизнь, поэтому мы должны быть осторожными в своих действиях. Если наши действия разрушительны, если наши действия связаны с чем-то, что приносит страдания, если наши поступки разрушительны, деструктивны, то это, конечно же, влияет на нашу жизнь. Поэтому следует прививать своим детям предрасположенность именно хорошим, благим, созидательным действиям, поступкам. Потому что в конечном итоге наша жизнь — это отражение наших поступков. В этой связи надо показать детям, что наши поступки всегда, как правило, приводят к определенным результатам, к определенным следствиям. Надо показать им, что некоторые поступки всегда неразрывно связаны с проблемами. Некоторые поступки приводят к проблемам. Некоторые действия, они приводят к тому, что мы называем благополучие, счастье. Есть добродетельные поступки, которые проявляются как переживание счастья, благополучия. Есть неблагие поступки, которые приводят к страданию, приводят к проблемам. Мы должны, будучи родителями, показать им, что поступки всегда влекут, приводят к определенным результатам. Дети все это понимают. Если хорошенько разъяснить детям, что стоит за теми или иными вещами, за теми или иными поступками, они все это прекрасно поймут, и они могут это также незамедлительно притворять все эти знания в жизнь. Например, если сказать, что любое живое существо испытывает боль, любое существо старается избегать боли, то увидев где-нибудь на дороге насекомое, бугашку, они могут перенести его в безопасное место, например, тем самым защитить это насекомое от того, чтобы оно было расставлено или от другого, от вреда и так далее. Поэтому стоит научить детей осознанию того, что все наши поступки в конечном итоге приводят к определенным результатам. Если мы причиняем вред, то этот вред в конечном итоге возвращается к нам самим. Поэтому прививая им сострадательные отношения ко всем, прививая им такие ценности, как любовь и сострадание, мы делаем очень важную вещь. Иначе получится, что человек может вырасти, не понимая, например, того, что боль, испытывание боли присуще и другим существам. Такой человек будет испытывать равнодушие чувствам других. Может из-за пренебрежения, из-за неосмотрительности, ненароком причинить вред другим. Это не...
Когда мы приучаем себя к определенным ценностям, к определенному мировосприятию, вначале это может показаться чем-то сложным, но потом оно становится чем-то неотъемлемым, естественным, частью нашего «я», частью как бы нашего мировосприятия. И чем раньше мы это делаем, тем легче это дается. Если мы прививаем хорошие черты, умения, навыки детям в детском возрасте, то потом им самим же будет легко. Если же какие-то новые навыки, новые знания, новые черты прививать в более взрослом возрасте, тогда это будет довольно-таки сложной задачей, которую, для решения которой потребуется время, могут потребоваться разные подходы, разные методы. Да и в конце концов, всегда будет открытым вопросом, удастся ли привить себе определенные, например, добродетельные качества, если человек уже сформировался как личность, если он уже стал взрослым человеком. Поэтому, если мы прививаем такие качества в юном возрасте, в детском возрасте, то потом у них не будет сложности с тем, чтобы развить, усилить эти благие начала, эти хорошие качества. Чем раньше мы это делаем, тем легче это будет даваться нам. Если дурная привычка сформировалась, ее очень сложно будет искоренить. Поэтому очень важно с самого начала не способствовать возникновению привычек, которые могут привести к трудностям, с самого начала не формировать вот негативные, дурные привычки. Потому что если привычка оформится, сформируется, потом ее очень сложно будет устранить, искоренить. Вот, например, если с детства дети не едят, например, мясо, если они с детства, например, привыкли питаться исключительно вегетарианской пищей, то во взрослом возрасте им не составит труда дальше жить именно таким образом жизни, быть вегетарианцем. Для них это не составит труда. Но если кто-то с детства питался мясом и затем захочет, например, стать вегетарианцем, то это потребует огромных усилий, это потребует огромного труда, чтобы полностью как бы отойти от употребления мяса в пищу, чтобы стать вегетарианцем. Но если дети, если кто-то с самого начала никогда не ел мясо, то оставаться дальше вегетарианцем будет очень легко. Для такого человека мясо это даже не будет восприниматься пищей. Поэтому важно, чтобы мы с самого начала не формировали в себе привычки, с которыми мы потом должны будем бороться, исправлять их или искоренять. Поэтому с самого начала следует избегать, воздерживаться от тех действий, которые закладывали бы основу дурных привычек, с которыми потом пришлось бы бороться, исправлять их, искоренять. С самого начала, если мы дадим детям понимание того, к чему приведут те или иные действия, если с самого начала они смогут своим собственным как бы осознаванием избежать, например, формирования такой дурной привычки, как курение, то потом они не будут бороться с этой привычкой, потому что с самого начала они ничего не делали для того, чтобы у них сформировалась такая зависимость. Сигареты, зависимость к курению, страсть к курению, страсть к некоторым дурным привычкам. Лучше с самого начала избежать самой этой привычки, формирования этой привычки. И когда мы даем детям понимание подобных моментов, чем чреваты те или иные действия, когда мы им показываем, что любой поступок, действие может привести к определенным результатам, последствиям, что те или иные действия могут сформировать дурные наклонности, привычки, которые потом будут
будут отягощать нашу жизнь, усложнять нашу жизнь, то они могут многих проблем избежать в корне, не допустить их появления в будущем. И наряду с этим также важно приучать благие, добродетельные качества. Это, например, осознание того, что все существа стремятся избежать боль, превозмочь страдания, боль. Все существа стремятся к наслаждению, к приятному, хорошему. И если дети понимают этого, то их понимание будет проявляться во всем, даже когда они видят насекомых. У них, видя их, они не будут причинять им вред, отрывать крылья и тому подобное. Но наоборот, они будут стремиться их оберегать, защищать и так далее. Поэтому важно, чтобы мы с самого начала помогали детям, чтобы они с самого начала могли избежать многих дурных привычек, не закладывать основу тех или иных дурных привычек. И наряду с этим прививать им такие добродетельные качества, как сострадание, любовь, сопереживание. Вот что касается добросердечия, сострадания, сопереживания, вот я могу вспомнить один случай. Джингме Менла Дорджи, самый младший сын, ему тогда было, по-моему, года 3-4. Однажды он встал перед машиной, которая двигалась. Тогда шел дождь. Просто представьте эту картину. Идет дождь, дорога. По дороге едет машина. Но перед машиной встал Менла. И чтобы остановить машину, все, конечно же, удивились. Поспешили туда, взяли Менлу и сказали, почему он встал перед машиной. Почему он... Это же ведь очень опасно. Машина могла сбить его. Хорошо, что машина остановилась. И Менла сказал, что на дороге насекомое. Если бы я не встал, машина бы раздавила это насекомое. Я хотел спасти это насекомое. Вот он хотел защитить другое живое существо. Шел дождь, но Менла вышел, несмотря на дождь. Была машина. Конечно же, это очень опасная ситуация. Машина могла его сбить. Но здесь суть в том, что Менла не побоялся выйти, чтобы защитить другое существо. Он своим телом преградил путь к этому насекомому. Он, самое главное здесь в том, что он испытал этот сильнейший порыв, сильнейшее стремление, искреннее стремление защитить жизнь другого существа. Как мы видим, дети на многое способны, дети многое понимают. Дети могут остановить даже машину. Дети на самом деле на многое способны. И мы, будучи родителями, должны взращивать, воспитывать в них уверенность в своих собственных силах. Иногда родители отнимают у детей уверенность в себе, в своих силах, но это ошибка. Мне кажется, что мы должны, наоборот, воспитывать их так, чтобы они были самостоятельны, чтобы они верили в свои собственные силы, чтобы у них была уверенность в себе, чтобы они думали о себе, что они смогут преодолеть те или иные трудности, что у них на все есть силы.
Итак, родители, или можно сказать, те, кто воспитывает детей, как правило, это родители, это те люди, которые показывают им пример. Это те люди, которые выступают для них моделью, ролевой моделью. Как правило, они для детей учители. И родители в этом смысле, на них очень большая ответственность, потому что своим поведением они воспитывают своих детей. Надо своими действиями показывать детям, что все трудности разрешимы. Надо показывать им, что не стоит опускать рук. Надо показывать им, что мы, будучи родителями, всегда заботимся о них. Очень важно, чтобы у детей было чувство безопасности. Очень важно, чтобы они чувствовали, что родители для них опора. Тогда дети не будут бояться своих родителей, не будут от них отдаляться. У них всегда будет это внутреннее чувство уверенности в себе, в своих силах. Важно доверять своим детям, чтобы они доверяли нам. Но когда мы говорим о таком доверии, важно, чтобы это не перерастало по вседозволенность. Потому что если это становится вседозволенностью, конечно же, это будет потакать, это будет способствовать тому, чтобы ребенок вырос капризным, непослушным, своенравным человеком. Есть вещи, от которых следует держаться подальше. Есть вещи, если кто-то это делает, то мы должны с самого начала дать понять, что это нельзя делать. Есть такие вещи. Есть вещи, которые необходимо поощрять. Но поэтому, когда мы доверяем детям, мы не должны впадать в крайности, то есть это не должно становиться вседозволенностью. Если ребенок совершает некий опрометчивый поступок или ошибку, мы должны сказать ему, объяснить ему, что это ошибка. Это ошибка, потому что это было так-то, так-то. И не впадать в эти крайности. Иногда надо быть мягким, иногда надо быть требовательным, жестким, не впадая в крайности, не быть однобоким. Поэтому мы должны видеть, к чему могут привести те или иные поступки детей. Если они совершили нечто дурное, то мы должны дать им понять, что это недопустимо. Что если он повторит этот поступок, в будущем это приведет к трудностям. Это может быть наказание. Это может быть другая форма объяснения того, что это недопустимо. Есть вещи, которые попросту нельзя делать. И мы должны им это давать знать. Поэтому доверие к детям не означает вседозволенность. В некоторых вещах мы должны быть жесткими, требовательными. Для любого ребенка свои собственные родители — это, конечно же, покровители, это защитники, это хранители. В каком-то смысле это даже божества, боги для любого ребенка. И мы, будучи родителями, должны соответствовать этому образу. Мы, будучи родителями, должны быть достойны защитой и опорой для своих детей. Если мы ссоримся по пустякам, если мы склонны к тому, чтобы устраивать подобного рода склоки, ссоры, устраивать конфликтные ситуации, если мы то и дело обмениваемся словесными перепалками, то какой след, какое впечатление мы оставляем в сознании своих детей? Как мы можем сказать, что в таком случае для детей мы являемся настоящими хранителями, настоящими покровителями, если мы забываем о них, уходим от них и заняты своими взрослыми делами? Поэтому мы должны помнить о том, что родитель — это учитель для детей. Родитель — это пример для своих детей. Дети — как чистый лист бумаги. Родители могут написать
все, что угодно на этом листе бумаги. Поэтому на нас большая ответственность быть достойной опорой для своих детей, быть достойной защитой для своих детей, достойными хранителями, покровителями, воспитателями своих детей. Иногда, если это требуется, нам надо быть требовательными. Порой, если это требуется, мы должны быть мягкими, чуткими. И всегда мы должны быть последовательны в своих действиях. Мы должны быть уверены в том, что наши дети понимают, почему мы так или иначе ведем себя в тех или иных ситуациях. Дети должны это понимать. Я иногда спрашиваю своих детей, и они иногда отвечают мне. И вот я однажды им задал такой вопрос: как должен вести себя человек? И они мне сказали, что человек должен поступать по-доброму, должен делать добрые дела. Вот как они мне ответили. Потом я спросил: все люди работают, у всех есть своя работа. Как вы думаете, какой должна быть ваша работа? И они мне ответили, это джингме, это раундрол. Они ответили, что работа должна быть связана с добрыми поступками. Наша работа, какой бы она ни была, она в конечном итоге должна быть связана с добром. Вот так они мне ответили. С детства они воспитывались, росли в такой атмосфере, что потом вот их эти следы, их впечатления детские стали основой такого их мышления, что надо вершить добрые дела. Вот вы задали мне вопрос о воспитании детей, и я привел свои спонтанные мысли в качестве ответа. Возможно, что в некоторых местах мой ответ покажется вам бессвязным, потому что этот ответ — это спонтанный поток моих мыслей. Я не готовился к этому вопросу и спонтанно изложил свое понимание, свое видение, напрямую передал вам свое понимание этого вопроса. Если нечто из моих слов показались для вас полезными, то я рад. Я буду рад, если вы будете использовать некоторые моменты. Если же вам показалось, что моя речь была бессвязной, в ней нет ничего полезного, ну что ж, так и быть. Я всего лишь выразил свой опыт. И мой опыт, конечно же, это не обязательно для повторения. У вас может быть свой путь. В Тибете, а также в наших российских регионах, где традиционно исповедуется буддизм, посвящение жизни дхарме в прошлые времена, естественно, подразумевало поступление на учебу в буддийские монастыри-университеты и принятие монашеских обетов на всю жизнь. В современной жизни и среди тибетцев, и среди россиян такая модель хотя и работает, но не вызывает широкого интереса среди молодежи, как это было раньше. Таким образом, как выстроить воспитание детей в буддийской среде, какое образование предложить молодым людям на среднем и высшем уровнях – очень актуальные вопросы в России. При том, что в буддийских регионах прикладываются большие усилия в деле возрождения буддизма, а интерес к этой древней мировой религии распространяется по всей России, у нас не хватает профессиональных кадров, хороших знатоков дхармы, ученых, переводчиков, проповедников, учителей. Решение этой проблемы требует комплексного подхода, но ее начало все равно будет лежать в семье, в воспитании детей родителями в махаянском духе, в буддийском мировоззрении, где культивируется желание приносить добро всем людям на этой земле.
Sure.